Добрый день. В прямом эфире НТВ свою работу начинает видеоканал «Здравствуйте». Это программа о здоровье и обо всем, что с этим связано. Вряд ли кто-то в наше время не слышал о такой проблеме, как дисбактериоз кишечника. Во-первых, нам без конца рекламируют препараты, которые должны дисбактериоз победить и, соответственно, улучшить состояние желудочно-кишечного тракта. Во-вторых, кто-то всегда готов сам себе поставить диагноз. Да? Чуть-чуть изжога, поташнивает, что-то не то со стулом или даже прыщики высыпали на лице. Вот в этом виноват дисбактериоз. Ну, а другие, наоборот, говорят, что никакого дисбактериоза, мол, и не бывает. Просто ешьте кисломолочные продукты, и все у вас будет в норме. Так все-таки где здесь мифы, а где реальность? Что такое дисбактериоз, чем он опасен и как его победить? Вот о чем мы сегодня будем разговаривать. И у меня в студии совершенно замечательный специалист, замечательные гости. С удовольствием представляю Елену Анатольевну Кизова, врач-гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением городской клинической больницы номер 13, главный внештатный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Нижегородской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады, что вы к нам пришли сегодня, смогли посетить нашу студию, потому что, конечно, тема такая очень важная. И потому, как мы употребляем и продаются в аптеках массово самые разные препараты, да, для улучшения работы желудочно-кишечного тракта. И потому, что дисбактериоз – слово-то такое часто употребимое. Вот сегодня со всем этим, дорогие друзья, мы будем разбираться, а вы можете задавать вопросы специалисту. 4-3-4-3-4-7-7. Пожалуйста, звоните. Будет интересно, я думаю. Что волнует, что интересует, пожалуйста, вот сейчас звоните в студию. Давайте начнем вот просто с определения. Что же такое вот этот самый пресловутый дисбактериоз? Чтобы было понятно, дисбактериоз – это не есть болезнь, конечно, это следствие каких-то других состояний и заболеваний. И под дисбактериозом мы, доктора, понимаем нарушение количества и качества кишечной микрофлоры. На самом деле она играет огромную роль в нашей жизни. И мне очень нравится, и несколько раз встречалась с такими выражениями, что сначала Бог создал бактерии, микроорганизмы. И только потом создал человека. Поэтому непонятно, кто у кого в гостях. Мы в гостях у бактерий или бактерии у нас. То есть мы своего рода домик, в котором живут эти полезные и не очень полезные микроорганизмы. Но в норме как-то уживаются, да? Уживаются, конечно, конечно. С годами, с тысячелетиями, с миллионами лет мы научились жить дружно, в основном дружно. И хочу сказать, что клеток человеческого организма, их на порядок на два меньше, чем микроорганизмов, которые живут у нас в кишечнике. То есть это такое количество? Огромное. Да? Огромнейшее. Огромное. Есть бактерии, которые обязательно присутствуют в нашем кишечнике. Мы же сегодня говорим о кишечнике. Да, у нас такая тема. Хотя микрофлора есть и на коже, и в бронхолегочной системе, и в мочеполовой системе. То есть вот дисбактериоз-то может быть чего угодно, на конечно, самом деле. Уж конечно. Просто чаще всего вот с кишечником. Безусловно. Но почему мы говорим о кишечнике? Вот эта биопленочка, состоящая из микроорганизмов, покрывающих наш желудочно-кишечный тракт, она составляет, догадайтесь, сколько? 200-300 квадратных метров. 200-300 квадратных метров. Представьте, дорогие друзья, это какой же вообще на самом деле, вот какая площадь? А микрофлора, живущая на коже, это всего 2 квадратных метра. А в бронхолегочной и мочеполовой системе это всего 80 квадратных метров. А кишечник – это все-таки самое мощное хранилище наших микроорганизмов, благодаря которым мы живем, существуем, благополучно существуем. И все процессы нужные конечно, нам происходят. Конечно. Есть микрофлора обязательная. Она обязательно присутствует в нашем кишечнике. Она называется облигатной. И, конечно, интересно, наверное, нашим слушателям, какая это микрофлора. Да, в общем-то, хочешь, про бифидум и лактобактерии знают все, слышали. Про кишечную палочку знают все, а еще есть бактероиды, некоторые виды кластридий. А есть микрофлора, которая называется факультативной. Она бывает переменной, может присутствовать, может уходить. Это, например, стафилококки. Стрептококки, энтеробактерии. Звучат не очень, да? Это хуже, чем бифидум лактобактерии, кишечная палочка. И, наконец, есть микроорганизмы, которые можно найти, но их не должно быть в нашем кишечнике. Но нежелательно, чтобы там была синегнойная палочка. Это плохо.
Нежелательно, чтобы там были грибы рода кандида. Ну, что вам еще? Функция, наверное, функция интересна. Что так делает вот, в нашем организме? Да? Бактериальный это состав, конечно, чего он? Зачем нам? Конечно, зачем он нам нужен? Дело в том, что, конечно, это наше жизнеобеспечение, это наше питание, это наша самая мощная иммунная система нашего организма. Наконец, это то, что заставляет жить наш кишечник, потому что наша микрофлора, она в процессе своего питания тем, чем мы кормим ее, в процессе этого образуют вещества, которые необходимы для энергообеспечения слизистой, выстилающей наш желудочно-кишечный тракт. То есть функций просто огромное количество. Мы живем, конечно, за счет того, что там все нормально функционирует. Я вам больше скажу. Наша микрофлора определяет нашу психику, наше настроение, наш сон. Вот что делает микрофлора. То так что же такое дисбактериоз-то? Это вот какое-то нарушение? Да. Подняла голову, например, условно-патогенная микрофлора. Когда это случается? Когда в силу каких-то причин уменьшается количество вот этой обязательной, облигатной кишечной микрофлоры. То есть они чего-то ослабли, их стало меньше, тут же это пошли... пустое место занимают совсем другие микроорганизмы, которые плохие, которые ухудшают нашу жизнь. В общем-то, вот это и есть дисбактериоз, да, не какое-то другое заболевание, конечно, мы называем именно этим это названием. Это не болезнь. Это следствие. Следствие болезни, скажем так. Следствие негативных вмешательств в наш организм того или иного фактора. Вот о причинах как раз давайте поговорим, то есть чтобы мы понимали, как так случилось, что хорошие-то бактерии проигрывают в борьбе. Но есть звонок от телезрителей, давайте будем отвечать. Алло, мы слушаем вас. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. 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 Елена Анатольевна, а подскажите, пожалуйста, вот у меня обнаружена во флоре кишечника клебсиелла. Обязательно ее лечить надо антибиотиками или достаточно пропить бифиформ, линекс, то есть восполнить свой кишечник полезной флорой? Понятно. Как вопрос? Что я могу ответить на этот вопрос? Вообще, любой дисбиоз, он должен характеризоваться какой-то клинической картиной. Вот если у вас есть клиника дисбактериоза, чем она выражается? Болями в животе, неустойчивым стулом, вздутием живота, урчанием. Если это есть, то да, клебсиеллу надо убирать. Не обязательно антибиотиками. Это могут быть препараты определенных микроорганизмов. Например, энтерол, который уберет клебсиеллу. Или можно задавить эту клебсиеллу, если нет клинической симптоматики, пробиотическими препаратами. То есть вызвав рост других бактерий, конечно, эти, значит, погашаются. Конечно. Не обязательно антибиотики при совершенно не обязательно использовать сразу антибиотики. Но в некоторых случаях, когда эта клиническая симптоматика становится совершенно явной, то есть пациент не может избавиться от боли в животе, от вздутия, урчания, неустойчивого стула, тогда, наверное, все-таки нужно использовать антибиотики. То есть решать вот в этом случае должен, я так понимаю, лечащий врач, гастроэнтеролог, конечно, у которого и конечно, был диагностирован. Конечно, собственно. Ведь и антибиотики бывают разными. Поэтому тут надо подбирать. В каждом конкретном случае. Спасибо. Да. Давайте еще на один вопрос ответим. Алло. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня ребенку поставили гастродуоденит. Вот он вроде как плохо ест, большие перерывы и мало пьет. Вот что вы посоветуете? Это диагноз? Это ребенок? Ребенок гастродуоденит. Ест и вообще все плохо. То, что болит в подложечной области и пропадает аппетит, совсем не факт, что это гастродуоденит у ребенка. Это и может быть поставленный диагноз, вот тут мы не уточнили. Опять же, диагноз можно поставить просто по клинической симптоматике, а можно слазить эндоскопом в желудок, 12-перстную кишку, и определиться с этим диагнозом. Мне очень трудно отвечать на такие вопросы, не видя пациента. Но если ребенок маленький, то, конечно, нужно наладить диету, чтобы ребенок ел часто и понемножку, и более-менее диетические продукты. В общем, если говорить о гастродуодените и диете, то есть это частые приемы пищи небольшие, Конечно. Когда плохо дети едят, да и взрослые тоже, когда наедаются на ночь. Поэтому проследить, чтобы он не кушал на ночь. Добавить какие-то травки. Ребенок маленький. Начать надо с травок все-таки, не переходить сразу на
какие-то лекарственные, лекарственные препараты. Заваривайте травки. Покормите нормально. Ну, какие травки? Вы хоть так вот скажите, чтобы мы вдогон... Я с детьми всегда очень осторожна, потому что я все-таки гастроэнтеролог взрослый. Но если это действительно гастродуоденит, ну, попробуйте начать с самых простых препаратов, обладающих обволакивающими эффектами на слизистую желудка, 12-перстной кишки, ощелачивающими такими свойствами. Ну, альмагель простой. Простой альмагель, да, который... попробовать начать вот с самого элементарного. Ясно. Спасибо. Вы знаете, ну что, вот пошли вопросы прям чередой. Давайте еще один вопрос. Я хочу сказать, что гастродуоденит – это не... Не связь? Же, это совсем не связь с дисбиозом кишечным. Угу. Но многие гастроэнтерологические заболевания... Как раз и вызывают, да? Могут, вот этот самый дисбактериоз. Конечно. Ну, практически, я не думаю, что уж у маленького ребенка такой существенный дисбактериоз разовьется на фоне гастродуоденита. Но у взрослых с многолетней текущими хроническими заболеваниями дисбиоз должен вот быть. Вот это вот как бы запросто, конечно. Да, и действительно и часто. Особенно плохи те ситуации, когда наши пациенты переносят операции на желудочно-кишечном тракте. Угу. Они же самые разнообразные. Есть ситуации, когда убирается часть желудка. Есть множество ситуаций, когда убирается желчный пузырь. Ни для кого не секрет, что сейчас желчно-каменная болезнь, да, она очень распространена. Да, часто, и тогда пациенты волей-неволей приходят к хирургу, убирается желчный пузырь, а желчь обладает очень хорошими свойствами, в том числе антибактериальными. Угу. И если вовремя и в нужном количестве эта желчь не поступает к нам в кишку, то ждите, что там будет дисбактериоз. Нарушен баланс. Да. Ну и еще одна ситуация, когда убирается часть кишки. Тут обязательно будет дисбактериоз, конечно. А вот питание через трубку, допустим, не внутрь, вот после операции тоже может развить? Это тоже нехорошо. Тоже нехорошо. Это ненормальное питание. Да? Но в любом случае, дорогие друзья, вот очень важный момент такой. Дисбактериоз сам по себе, я так понимаю, редко когда проявляется, вот сейчас, кстати, скажем, когда говорят, что вот он проявляется, когда климатическая зона поменялась, режим питания резко сменился. Конечно. На какое-то время, а потом сам... Совершенно верно. Любая стрессовая ситуация обязательно даст нам дисбиотические нарушения. А смена характера питания. Угу. Жил человек, решил поголодать. Угу. Вот тебе диета. Конечно, конечно. Если это питание просто несбалансированное, то есть человек на сыроедении, белков, жиров нет, одни идут трудноперевариваемые углеводы, ничего хорошего от этого тоже не будет. Понятно. На самом деле. Хотя есть сторонники сыроедения, я их тоже понимаю, но это не совсем нормально. Хотя пищевые волокна очень любят наши микрофлоры. Из ну, то них есть она тварь. Да. Это питательная среда. Это да? То, что надо, да. Какие еще ситуации? Работа. Работа, связанная с какими-то вредностями. Угу. Там какая вибрация, шум. Ясно. Ну вот все неблагоприятные, конечно, такие, конечно, воздействия. Человек мало спит, будет дисбиоз. Ой, да вы что? Хроническое нам недосыпание. Конечно, нужно спать, ну, по крайней мере, 6 часов. Но, по крайней мере, в части этих случаев, если вот временные нарушения, то временно он сам потом и может, так сказать, исчезнуть, да, это дисбактериоз. Если у человека нормальный организм с нормальной иммунной системой, он справится с этими ситуациями и стабилизирует свою кишечную микрофлору. А вот когда какие-то болезни гастроэнтерологические, и да? Не обязательно. Не обязательно. Это любое хроническое заболевание, сердечно-сосудистая система, эндокринологическая и так далее, оно тоже даст дисбиоз. Ясно. Вот тогда уже, да, наверное, как бы не только дисбиоз лечить, да, дисбактериоз, но и, соответственно... В первую очередь мы лечим основное заболевание и только потом корректируем дисбиоз, если он есть. А вот если мы правильно выявили хроническое там, или острое заболевание, правильно его вылечили, организм сам справится, и эти дисбиотические нарушения исправит. Ясно. А вообще чаще всего мы вспоминаем о дисбактериозе, о дисбиозе, как сейчас принято говорить, когда мы принимаем антибиотики, правда? Да, это вот это самая главная причина, всего, конечно. Да. И действительно, там могут быть очень серьезные последствия, очень серьезные, особенно если в кишечнике начинает активно поднимать голову кластридиальная инфекция, вот тогда можно ждать беды. Ну, там явная клиническая симптоматика, и, конечно, тут доктор должен вовремя сориентироваться, а для этого к нему пациент должен вовремя прийти, он должен вовремя сориентироваться, назначить лечение. Все лечимо в наше время. То есть время. Ничего уж такого страшного в приеме антибиотиков, попутно зная, что нужно делать, нет? Конечно. Спасибо, давайте все-таки ответим, ждет наш телезритель. Алло.
Алло. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Мне 50 лет, и я делала УЗИ брюшной полости, и мне скажут, что у меня псевдокистано-поджелудочной. Чем это грозит, и что это вообще такое за диагноз? Я бы хотела еще узнать про какую-нибудь универсальную еду, чтобы живот был всегда здоров. Ну вот видите, как про продукты много. Псевдокиста, если я правильно слышала. Но... Псевдокиста, как правило, является осложнением хронически протекающего панкреатита. Но звонивший нам товарищ не сказал, что у него хронический панкреатит. Поэтому я думаю, что если это был какой-то панкреатит, то он протекал очень латентно, незаметно, а псевдокиста сформировалась. Если она маленькая, если она вас не тревожит, то оставьте вы ее в покое, на раз в год делайте УЗИ и смотрите, чтобы она не чего росла. Чего с ней будет? Конечно. Такой совет. Конечно. Спасибо. Универсальная еда. Так, да. Что опять возвращаюсь к ней. Питание должно быть балансированным. Там должны быть и жиры, и белки, и углеводы, и много пищевых волокон, потому что это главное для кишечной микрофлоры. Пищевые волокна – это каши, это хлеб, это фрукты и овощи. И мы должны в день съедать обязательно порядка 30-32 грамм пищевых волокон. Что такое 32 грамма пищевых волокон? Это 300 грамм фруктов, 400 грамм овощей и еще 100 грамм зернового хлебца и еще 100 грамм отрубного хлеба. Вот так, дорогие друзья. Да. Цельнозерновой, отрубной хлеб и, соответственно, овощи, фрукты. Ну, вот это вот как минимум, да, вот это универсальное здоровое питание. А давайте прервемся. Рубрика «Будет новости медицины», потом вновь возвращаемся в студию. Российские ученые создали препарат с антигликирующим действием, купирующий осложнения, связанные с повреждениями кровеносных сосудов, почек и ухудшением зрения, развитие которых провоцирует сахарный диабет. Лекарств такого действия с приемлемым профилем безопасности нет и за рубежом. Все разработки были токсичны. Новый препарат успешно прошел доклинические испытания и будет тестирован на людях. С подробностями клинических исследований медикаментов, одобренных на территории ЕС, теперь могут ознакомиться все желающие. Европейское агентство по лекарственным препаратам открыло к ним доступ на онлайн-ресурсе. После регистрации препарата информация о положительных и отрицательных результатах тестов будет загружаться в интернет. Ежегодно в базу будут добавляться отчеты более 4000 исследований. Индийские разработчики представили прототип уникального инвалидного кресла с системой навигации, реагирующей на голос. Кресло само объезжает препятствия, понимает, когда человек устал или находится в состоянии стресса, отслеживает частоту сердцебиения, температуру и другие показатели и информирует пользователя или медперсонал о проблемах. Разработку планируют вывести на рынок в ближайшее время. Британские ученые синтезировали пептидное вещество, способное ингибировать работу белка, отвечающего за движение хвоста сперматозоидов. Если он неподвижен, сперматозоиды не могут достигать яйцеклетки. Контрацептив для мужчин, вызывающий временную неспособность оплодотворять и сохраняющий этот эффект несколько дней, практически создан. В виде таблеток или спрея он может появиться на рынке через 5 лет. В Норвегии подтвердили, снег действительно продлевает жизнь, особенно у женщин. У 50 с лишним тысяч человек проследили связь между юмором и уровнем смертности. Для любящих посмеяться женщин риск смерти от любых причин оказался ниже на 48%, от заболеваний сердца на 73%, от инфекций на 83%. У мужчин с чувством юмора риск смерти от инфекции ниже на 74%. Мы вновь в студии видеоканала «Здравствуйте». Сегодня у меня в гостях Елена Анатольевна Кизова, врач-гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением городской клинической больницы номер 13, ну и главный внештатный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Нижегородской области. Мы говорим сегодня о дисбактериозе кишечника. Выяснили, что это состояние, а не конкретный диагноз, конечно, конкретной болезни. Связан он очень часто с другими заболеваниями, и вылечить его даже, может быть, и не придется, если устранилась его первопричина, то есть то заболевание основное, после которого он возник. Вот как все-таки диагностируется дисбактериоз? Уж коль скоро вот эти симптомы все, у кого изжога, у кого там тяжесть, у кого газообразование повышенное, что мы делаем? Мы идем к врачу? Как происходит? Идем к врачу, и грамотный доктор, без всяких анализов,
может определиться с наличием дисбактериоза. Угу. Если это грамотный... То есть послушав наши жалобы только. Терапевт, конечно. И узнав, какие хронические заболевания есть у пациента, и узнав какие-то другие интересные моменты, опять же, тот же прием антибиотиков, который совершился достаточно недавно, после которого возникла клиника дисбиотических нарушений. Ну, а если больной настаивает, больные любят у нас делать анализы различные, которые бы подтверждали наличие у него дисбактериоза, я вот в этом плане что хочу сказать. Микрофлора есть разная. Есть просветные, которые находятся в просвете желудочно-кишечного тракта, а есть пристеночные. Угу. Пристеночные сидит на месте и выполняет свои функции. Никуда не девается. Конечно. А та, которая в просвете, это вот приходящие и уходящие. Сегодня есть, побольше, конечно, завтра поменьше. И сделав обычное исследование кала на дисбактериоз, то, что мы делаем, бактериологическая методика. Кстати, предлагают и частные клиники, и... Да. Как бы, и... Поликлиники просто. Этот анализ, это исследование, оно очень приблизительное, оно характеризует именно просветную микрофлору, та, которая не у стенки, которая не столь нам важна. Но, тем не менее, эту методику можно использовать, когда нам интересно определиться с патогенной микрофлорой. То есть узнать врагов, да, которые... Узнать врагов, да. Вот в этом случае, да, правомерно сделать это исследование. А другая методика – это уже современные методики ПЦР-диагностирования того или иного микроорганизма. И, наконец, очень интересное исследование, которое определяет продукты метаболизма нормальной кишечной микрофлоры. Делается такое исследование в Нижнем Новгороде. И уже по этим метаболитам, по продуктам, которые наработала микрофлора, определиться... Чего с тем, там чего там не хватает, да, чего там не хватает. А в каких все-таки вот ситуациях назначаются вот эти вот дополнительные такие анализы, тоже ПЦР? Ну, вот я в последнее время назначаю определенные исследования, когда я подозреваю, что у пациента совсем плохо. Ага. Мне, например, нужно исключить Clostridium difficile. Вот это самые неприятные ситуации, которые бывают у пациентов, принимавших антибиотики, например. Да? Тут надо действовать быстро и решительно. И в этом случае мы не сам микроорганизм определяем, а определяем токсины, которые выделяет этот микроорганизм. Тут и нет, поэтому понимаем, конечно, да, что вот нет это... времени на размышления. Надо быстренько пациента вылечить. И на смену тех антибиотиков, которыми он уже пролечился и получил дисбактериоз, мы вынуждены назначать другие антибиотики, которые убьют то, конечно, что мы получили в результате тех антибиотиков. Конечно. И, наконец, есть еще один очень хороший метод. Он, конечно, не определяет сами виды микроорганизмов, которых у нас, например, в избытке в тонкой кишке. Но он, в принципе, определяет, что в тонком кишке нехорошо. Это так называемый водородный дыхательный цикл. Тест, насколько я знаю, он делался только на кафедре хирургии в нашей больнице 12-й в Сормовском районе. Да. Вот. Но не самый распространенный. Не да? самый распространенный. Поэтому я думаю, что, конечно, реально сделать вот два исследования. В каких-то экстренных ситуациях посмотреть токсины Clostridium difficile, посмотреть, может быть, те продукты метаболизма микрофлоры, которые мы можем посмотреть и опосредованно сделать выводы о наличии или недостатке тех или иных микроорганизмов. Ну и использовать иногда бактериологический метод, вот этот традиционный, чтобы что-то не проморгать. Ясно. Ну, примерно понятно, картина диагностирования. Да. Но на самом деле, вы знаете, за границей вот эти исследования не делаются. Понятно. Делается в основном для науки, но там берут именно пристеночную микрофлору. Тонким зонтиком заходят в тонкую кишку и от стеночки отщипывают вот эти микроорганизмы. Организмы, которые в основном работают. Ну, так сказать, если нам диагноз поставили согласно анамнезу, и он точен, конечно, в общем, никаких претензий как будто от нас, как, так сказать, от пациентов, я уж не думаю, что здесь какие-то возможны. Все-таки, на самом деле, огромное количество людей лишние анализы-то и не любят, особенно если они, не дай бог, платно предлагаются. Тут, в общем-то, задумаешься. Есть звонок, давайте будем отвечать. Алло. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга, мне 58 лет. У меня был рак. 2 года назад я прооперирована и прошла облучение. И, видать, повредили мне кишечник. Ну, задели его как-то. У меня вот 2-й год, значит, дисбактериоз. Можно ли вылечить питанием? Или это уже на всю жизнь мне?
Вот такая ситуация после операции. Опять же, не все понятно. Опять же, не все понятно. Операция-то на чем была? Ну, вот не рассказала. На кишечнике или, может быть... Ну, в любом случае, травмирован был кишечник, да, вот исходя из... Да, так. Чем травмирован кишечник? Вообще, если проводили лучевую терапию послеоперационную или химиотерапию, это уже травмирован, то, наверное, да, дисбактериоз развился. Думаю, что одним питанием в этом случае не справиться с этой ситуацией. И нужно добавлять препараты, которые, во-первых, помогают вашей микрофлоре справиться с ситуацией. Явно там дефицит основных видов. Подкормить ту, которая конечно, есть, которая, конечно, так сказать, есть. Угу. Ну, я думаю, что здесь должны быть использованы и пробиотики, то есть препараты, которые содержат живые микроорганизмы и их метаболиты. Заселить кишечник, да, грубо говоря? Они не заселят. Не засели. Это чужие микроорганизмы. Угу. Пока они двигаются по кишечнику, они помогут больному человеку. Угу. Но как только мы их перестаем принимать, все. Ага. Рассчитывать на них уже не приходится. Они покидают наш организм, они жить в нашем кишечнике не будут. Не соглашаются. Но пока мы их пьем, они нам помогают. Угу. Вот я думаю, этой пациентке надо хотя бы 2 раза в год месячным курсом пропивать пробиотики. Ну и я бы сказала, постоянно надо принимать пребиотики. Пребиотики – это не микробные, так сказать, препараты. Кстати, они все относятся к биологически активным добавкам. Среди них нет лекарственных препаратов. Вот, они чем хороши? Их можно принимать вечно. То есть ничего они нам, конечно, по крайней мере, не испортят. И они будут стимулировать родную, хорошую кишечную микрофлору и создавать условия, неприемлемые для существования патогенной и условно-патогенной понятно. Микрофлоры. Своим делаем хорошо, конечно, чужие конечно. Уже как бы... Такие препараты есть, и ими нужно пользоваться. Вот я пребиотики как раз это название этой группы препаратов. Да, да, да. Еще звонок идет, давайте будем принимать. Алло, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. У меня такой вопрос. У меня девочке 11 лет. В раннем возрасте нам ставили диагноз хронический энтерит. Сейчас, вот год назад мы делали это, ну, ФГДС, у нас поставили диагноз рефлюкс, эзофагит и поверхностный гастрит. У меня, ну, у нас такая проблема. После каждой дефекации зачастую у нее вокруг ануса начинается сильное раздражение. То есть у нее вот все красное, чешется, жжение происходит. Непонятно, вот то ли это в связи с нашими хроническими заболеваниями, либо это что-то другое. Бывает, это даже не после дефекации происходит, а просто. Или иногда смотришь, вот она где неприятно очень, а у нее все как будто бы какими-то, как крошками или шварушками такое, вот вокруг ануса обсыпано. Мы вот на всякие глисты, лямбли, на все, на острицы, на все мы это сдавали, у нас этого нет. Ну, вот такая вот ситуация. 11 лет ребенку. Конечно, немножко не в тему дисбактериоза нашего, но почему? Помогите. Почему? Вот это может быть, да? Даже и в тему, ага. Да. Рефлюкс, эзофагит тут совершенно ни при чем. К таким симптомам это конечно. Не то. Конечно. Угу. Мамочка рассказывает о кишечной симптоматике. Я не знаю, что там был за хронический энтерит. В этом надо разбираться. Потому что поражение тонкой кишки, оно может иметь самые разнообразные названия. И в этом действительно надо разбираться. А вот то, о чем рассказывает мама девочки... Вот, вокруг ануса, да, вот симптомы. Вот, это все-таки проявление дисбиоза. Дисбиоз. То есть вот здесь, да, как раз... И вот так я думаю, если она говорит про какие-то крошки, нет ли там кандидозы? Угу. Да, может быть, это кандидоз, а может быть, это просто настоящий, общем, совет... другой какой-то кандидоз, который, ой, извиняюсь, дисбиоз, который нужно лечить. Лечить упорно, в любом случае, видимо. Прям к гастроэнтерологу, конечно, и прям подозрение. К детскому гастроэнтерологу. Все, спасибо большое. Давайте прервемся, узнаем, какие у нас прогнозы метеоусловий для людей, метеочувствительных на следующей неделе, потом вновь вернемся в студию. По
По сообщениям синоптиков, на следующей неделе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдет небольшой снег. Средняя температура воздуха около 0 градусов, без существенных суточных перепадов. Будьте внимательны, в ближайшее время завершается период устойчивого повышенного атмосферного давления. Его достаточно быстрое снижение до нормы может отрицательно сказываться на самочувствии. Как и предполагали специалисты, конец октября стал периодом возмущения магнитосферы Земли. Вечером во вторник, 25 октября, они достигли уровня сильной магнитной бури J3. Вероятность магнитных бурь и того, что геомагнитные факторы будут оказывать неблагоприятное воздействие на наше здоровье, остается высокой до 31 октября. Далее прогноз солнечной активности благоприятный. Завершается лунный цикл. Сегодня и завтра Луна убывает, энергия уменьшается. Человек более подвержен перепадам настроения, возможно, ухудшение концентрации внимания. Воскресенье и понедельник – дни новолуния. Из-за снижения давления жидкости в организме следует поберечь себя людям с сосудистыми заболеваниями. Со вторника Луна растет. В период молодой Луны благоприятен для укрепления организма. Видеоканал «Здравствуйте» продолжает свою работу. Вот совсем немножко времени у нас осталось. Сегодня у меня в гостях Елена Анатольевна Кизова, врач-гастроэнтеролог. Огромное количество вопросов, связанных с дисбактериозом, и не только с дисбактериозом кишечника мы сегодня получаем. Но вот остается немного времени. Хотелось бы вот о самом главном вот успеть сказать. Все-таки, если это подозрение на дисбактериоз, а симптомы перечислили, да, они с разными вот заболеваниями гастроэнтерологического такого плана как бы связаны. Не ждать, идти к врачу или все-таки попробовать как-то самим? Ну, вот теми же препаратами, которые рекламируют. Если есть прямая связь с антибиотиками, то можно использовать современные пробиотики, которые предлагаются с экранов, предлагаются в аптеках. Mm-hmm. Бифидум-лактосодержащие. Препараты. Действительно, их можно без можно, сказать, вот, врача. Можно. Две недели или месяц. И антибиотик-ассоциированные дисбиозы можно вылечить достаточно быстро. Если есть хронические заболевания и, так сказать, есть подозрение, что дисбиоз явился следствием этого хронического заболевания, mm-hmm. идти обязательно к врачу. То есть вылечить основное, вылечить, значит, да. следствие. А поскольку, как правило, это заболевания хронические, протекающие волнообразно, то и дисбиоз мы, наверное, будем лечить волнообразно в течение своей жизни. Знать свою проблему, да, конечно, вот этот возвращающийся дисбактериоз. Но даже имея хроническое заболевание, можно большую часть жизни прожить без проблем. Ну, это очень хорошо. Вот еще хотелось бы буквально один вопрос такой. А опасность-то в чем? Вот если не будем лечить, вы знаете, у нас некоторые, наоборот, как бы мнительные люди, а некоторые терпят до последнего. Если что-то не то, мы вот таблеточку махнем, да и побежим на работу. Если не лечить, чем опасен вот этот дисбиоз? Дисбиоз? Я приводила пример клостридиального дисбиоза, от него можно умереть. То есть, по сути, перестают работать все остальные органы. Вот то, что девочки, вот школьницы пьют, например, те же линекс и другие препараты от того, что, так сказать, ну, прыщики там на кожу, влияет это, правда это? Влияет, безусловно. И кожа тоже. Безусловно, потому что наша нормальная кишечная микрофлора определяет наш иммунитет, определяет нашу противоканцерогенную активность, противомутационную активность. То поэтому совсем все конечно, связано. Конечно. Самая мощная иммунная система – это наша кишечная микрофлора. Об этом нужно помнить и поддерживать ее в должном состоянии. Простое питание, самое простое. Самое простое. Является, ведь, по сути, профилактикой. Конечно. Ведь все теперешние серьезные болезни пришли к нам из Европы, когда появилось европейское питание. Понятно. Как мы раньше кушали? Капустку, помидорку, огурчики, картошечку и натуральное мясо, и все было хорошо. И молочные продукты у нас были тоже лучше, чем сейчас. В общем, понятно, откуда чего ждать, конечно, на самом деле. Буквально вот немножко времени остается. Давайте попробуем, может быть, на вопросы на последний ответить. Примем звоночек. Алло, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос. Вот моему ребенку поставили энтеровирусное. Заболел он 21 октября. В ночь пошла на 21-22 сильная рвота. Также и срыв стула многозначительный. Сильные боли были живота. А уже в понедельник он пошел в туалет, у него был, в общем, кал с кровью. Нам хоть и мазки взяли там на анализы и кал сдали, но пока мы результаты однозначно не получили, ждем, в общем-то, до обследования. Скажите, пожалуйста, меня просто беспокоит, почему ребенка кал с кровью. Ну вот что-то тут немножечко подскажите. Кал с кровью появляется при остром воспалении толстой кишки.
Значит, когда это может быть? При инфекциях, дизентерия, какая-то мощная действительно интравирусная инфекция. Вот если, да, поставим. Да, это сальмонеллез. И, наконец, это могут быть достаточно сложные хронические заболевания толстой кишки, которые когда-то проявляются первый раз и воспринимаются, конечно, как острый процесс. И вот поэтому, то есть в этой ситуации, когда ослаблен организм вирусом, вот как раз может что-то и проявилось. Конечно, да? Но если это действительно вирусная инфекция, то обычно помогают хорошо сорбенты. Смекта должна помогать ребенку. Энтеролом можно пользоваться ребенку. Любого практически возраста. Ну а если это бактериальная инфекция, то, извините, только антибиотики. То есть мы сначала все-таки антибиотики, а потом вот все эти процессы, в том числе как бы поиск, почему же, значит, действительно... Антибиотики можно принимать современными пробиотиками. Они делаются таким образом, что входящие в их состав штаммы антибиотиками не уничтожаются. Поэтому вот пьем их заранее. Назначили антибиотик. Пробиотик должен быть рядом, конечно, практически. Ну, буквально вот одна минута остается. Что еще мне сказали? Вот что-то по профилактике, что-то, чтобы быть здоровым. Значит, нормальное питание. И я вам скажу, что некоторые дисбиозы убираются растительными препаратами. Это шиповник, это яблоко, это абрикосы, это все лесные ягоды, брусника, клюква, черника. Да, все гнилостные дисбиозы убираются этими натуральными продуктами. Барбарис еще хорошо. Барбарис. Ну, слушайте, вот как бы очень хорошая, полезная, пожалуйста, информация. Кушайте, а вот что эти насчет кисломолочных-то, которые говорят, что вот все должны поправить? Чудесно, чудесно. Кисломолочные продукты должны, безусловно, использоваться. Я не знаю, насколько эффективны те пробиотики, которые туда добавляются. Угу. Мне они не кажутся столь существенными. По крайней мере, мы с вами обсудили, что они в кишечнике не задержатся. Ясно. Но кисломолочные продукты нужны для нормального функционирования нашего кишечника. Ну вот чтобы ничего, на самом деле, с ним как бы не случалось. И да, есть запор, будет обязательно дисбиоз. Кисломолочные продукты тут очень хорошо вписываются в лечение запоров. Спасибо большое, в нашей современности. Вот очень бы хотелось еще и дальше, потому что вопросов на самом деле много, и не всех телезрителей мы сегодня приняли. Ну что ж, повод еще раз увидеться и поговорить о проблемах желудочно-кишечного тракта. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание. До встречи ровно через неделю в то же время на канале ННТВ. До встречи.